Где-то плавится небо с землей, и свинцовая воет пурга. Это лютый февраль, день седьмой, Кандагар. В обороне разведка полка, только 78 ребят. С ними аэропорту приказ выстоять. У Старлея из Векова жизнь, журави боевыми крестить. Положись на него, положись, Господи. Может матом шарахнуть в упор и свинцовый принять гонорар, а в приказе ему приговор Кандагар. У разведки особенный стиль, и Аллах ей совсем не Акбар. Только этого ей не простит Кандагар. Вот уже пара диких атак захлебнулась тупой тишиной, но взлетают, взлетают борта за спиной. Держит марку бродяга десант против нескольких тысяч стволов, и не надо в приказах писать лишних слов. И доволен и горд командир, и потери пока ни одной. Значит, Леха достойно крестил пацанов. Может, дом, офицерский престиж, тайный смысл командирских прован, чтобы тельнички красила лишь синева. Чтоб с собой заслонить от солдат приоткрытую райскую дверь и на базу доставить отряд без потерь. Может, в том офицерская честь груз войны выносить на плечах, не скулить, и герои не лезть, и молчать. Как бойцов по команде отход прикрывал без разбора поля, как последним ушел из того февраля. А потом будет марш на союз, и крещатик, и старый подол, где разведчику минус и плюс отчий дом. А потом ксивы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена. Все потом, все потом. А покуда вгрызайся в бетон и песком наполняй вещмешки, в обороне разведчики кто? Смертники. И опять наблюдательный пост знатает о подходе врага, и неделя на выводы войск Кандагар.